Волгоградской области в этом году собрали 91,3 тысяч тонн фруктово-ягодной продукции. Об этом журналистам телеканала «Волгоград-1» рассказали в региональном комитете сельского хозяйства. По сравнению с прошлогодними данными, показатели по сбору продукции увеличились на 19,7 тысяч тонн. В этом году удалось собрать свыше 87 тысяч тонн яблок, 3,6 тысяч тонн вишни и черешни. Добавим, производство плодов в нашем регионе за последнее десятилетие увеличилось более чем в два раза.